внутренняя погружная помпа или насос, так называемый фирмы Хейли, предназначен, значит, для садовых прудиков, для организации фонтана. То есть вот в комплект поставки входит вот такая насадка. Купол создает над водой. То есть вот таким образом она состыковывается. Вот тут что-то недоработано, то есть сделан отрезок шланга, с помощью которого можно будет соединить вот с этим переходником. Значит, далее имеется два переходника под шланги, то есть ее можно ставить и за пределами водоема. То есть вот в данном виде сборки это внутренняя помпа, то есть вот здесь заборная часть сеточки, чтобы грязь не попала в турбину. Вот. То есть вот забор воды, выброс воды. Значит, высота столба, на которую может поднять воду 1,2 метра. Объем перекачиваемой воды 480 литров в час. Обслуживание помпы заключается в том, что периодически, ну, раз в месяц можно, если немного грязи в водоеме, то есть снимается вот эта заглушка. Потом достается верхняя крышка. Вот тут резинка в центре. То есть не потерять эту резинку. Далее, значит, достается вот этот ротор. Моется сам ротор, лопасти от слизи. Вот. И ватной палочкой, значит, промывается ниша внутри. Там внизу, на втором конце вот этой оси, тоже резинка. То есть, если резинку потеряете, помпа выйдет из строя. Поэтому во время обслуживания обращать внимание на то, чтобы не потерять данные комплектующие. Потому что никаких ремкомплектов с данными запчастями нету. То есть, вот тут герметическая. То есть, почему она наружная? То есть, вот тут есть сальник, который в случае, если помпа стоит снаружи водоема, вот, не дает, значит, утечки воды. Так. Так. Вот. То есть в случае, если она внутри водоема, то ставите вот так. Ну, можете, чтобы уж совсем предохранить помпу от попадания постороннего мусора там и так далее. То есть вот в эту часть ставить еще губочную какую-то. Значит, или поролон. У поролона быстро придет конец. Вот. А вот аквалевскую губку взять. Вот, то есть это погруженном состоянии, значит, в наружном состоянии можно брать сантехнические какие-то фитинги. То есть вот эта резьба сантехническая. Если такого разъема берете кран или еще что-то, можете уже монтировать, начиная отсюда. То есть при помощи металлопластика и так далее соответствующего диаметра подбираете. Вот. В случае, если подключаете резиновым шлангом, в комплекте есть вот прокладки тут. Вот сюда должны идти. Но мы сейчас просто прикрутим, покажем. Вот. То есть прикручиваются вот эти насадки для шланга. И подключение производится шлангом. Вот. Или же я говорил уже, ну это шайба для затяжки шланга. То есть открутили. Согнали сюда гайку, шланг одели, вот, гайку навернули, и она поджала шланг. То же самое здесь. Можно, я также говорю, металлопластиком там или какой-то другой сантехнической там продукцией подводить трубой и ставить ее вне водоема. Вот. В водоеме, если, то ставится вот на эти присоски. Вот. И вот так вот находится на дне вашего водоема. Сверху можно вот одеть леечку.
И вот так вот она выглядит. Вот. Поставили. Вода где-то, уровень воды вот до такого уровня. То есть, чтобы купол мог раскрыться. Да, нет, даже повыше. Вот так вот. Ватерлиния. Чтобы купол раскрывался сам. И был над водой. Ну, можно также удлинить этот шланг, но не более 1,2 метров в общей высоте. То есть выше эта помпа не поднимет. То есть надо брать уже другие модели с большей мощностью.